В Мурманске под руководством главы региона состоялось заседание наблюдательного совета по проекту территории опережающего развития «Столица Арктики». Прошло уже 3 года с момента создания проекта. Сейчас в составе ТОР 7 предприятий, которые вложили в развитие Мурманска 161 миллиард инвестиций. Первый резидент компании «Новатек», которая создала на западном побережье в районе Белокаменки центр по строительству крупнотоннажных морских сооружений. В феврале этого года федеральное правительство одобрило расширение границ территории. Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Один из последних проектов ТОР – это контейнерный терминал для международных транзитных морских грузов, строительство которой завершат до 2026 года. Мы рассчитываем на дальнейшее благоприятное развитие ТОР «Столица Арктики». Для этого разработан план перспективный, были в который внесены несколько инвестиционных проектов. По предварительным расчетам они привлекут еще более 100 миллиардов инвестиций и создадут более 1000 высокооплачиваемых рабочих мест.